На карте отмечены бункеры. Выбери себе какой-нибудь и вперед. Правда, там могут быть эдемщики. Они хватают людей и сажают их в свои сраные кресла. Не хотелось бы тебя потерять. Нам не помешают. Подключился к камере. Тайник где-то рядом. Черт! В твою сторону идет патруль. Поторопись! Не дверь, а душа, дьявол! Чего, чего? Я убью тебя! Окей,
Этого хватит. Возвращайся в логово. Я мало вижу солнца. Только в логове. Молодец, помощник. Блин. Слава богу, это добро больше не будет пылиться в бункере зазря. Ты нам очень помог. Не верится, что ты поймал тех парней. Я думал, они свалят. Жаль, что ты такой один. Иначе бы мы уже давно расправились с эдемщиками. Спасибо еще раз. Ты поможешь нам вернуть гору. Значит, ты убиваешь этих засранцев. А чё ты такой мелкий? Ты зарегистрированный избиратель? А хрен с ним. Мне нужна помощь другого рода. Перейдем к делу. Видишь эту груду разочарования? Он молится еще. Мой отпрыск. Хёрк-младший. Тупой, как ведро для угля. Весь в мамку. Безмозглый сучонок похерил мой грузовик, Нэнси, названный в честь лучшей первой леди нашей прекрасной страны. Если либерасты узнают, что я о своих вещах позаботиться не могу, плакало мое место в Сенате. А раз уж ты на моей земле, и я тебя не убил, хотя любой американец при оружии имеет на это право, то ты у меня в долгу. Помоги недоумку вернуть грузовик. И я займусь подготовкой к выборам. Младший, тебе тут помочь хотят. Попробуй не просрать свой шанс. Если я лидер секты, должен ли я молиться самому себе? Это типа как в начале. Блин, я в фильм-то не въехал. Сейчас и подавно ничего не пойму. Не, слушай, я ж ничего не сказал про твой пол, правда? Я ж к тебе со всей душой. Просто я всех своих амиго называю чуваками и бро. И неважно, есть у них вагиталии или пенина, или... О-о-о! Дежавуду, чувак! Мы часом не встречались? Черт, мои молитвы услышаны! Я достучался до славного царя обезьян, владыки небес! Ну, раз уж ты посланник царя обезьян на земле, ты наверняка в курсе, что я должен вернуть папане грузовик. Он прям рвет и мечет. Если я это сделаю, он пустит меня домой. Снаружи уже жесть, как холодно. Я молчу про бродяг, которые копаются в мусоре и грозят заразить меня болезнью Лайма. Идем, поможешь мне найти папин грузовик. Пошуршали, пока папаня не начал стрелять. Он сейчас как бочка с порохом. Выборы в Сенат его подкосили. Не создан он для этого дерьма. Знаешь, как он занят? Прям посрать некогда. Вот мы и на месте. Знаешь, это так себе идея. Покажу им силу Винджа. Ты мне нравишься. Ты все делаешь правильно. Поэтому, может, я посвящу тебя в свой замысел.
Розенкранц и Гильденштерн. Люблю театр. Итак, переходим к пункту 4. Грузовик далеко внизу. Скорее всего, там нас ждут эдемщики. Используем трос, бро. Спустимся на нем и нападем, как крутые ниндзя. Ты сильный, ты мужик, ты справишься. Супер, амиго. Так, пункт 5. Бежи, пока другие не пришли. Чувак, чувак, у нас беда. Доберись до холодильника и проверь, сколько банок звездюлей там осталось. А и пивка мне захвати. Упомянул 5 пунктов? Блин, я уверен, что что-то забыл. Но ты молодец. Расскажу тебе маленький секрет. Я хочу организовать свою секту. Ты будешь первым из хёркистов. Моей паствы, то есть. В секте будут состоять ты, я, мой кузен Акула и куча жарких тёлочек. Будем бухать и отрываться без передышки, бро. В бункере. Захочешь меня убить? Выходи. Папань! Смотри, Нэнси вернулась! Я ее верну! Твой сын! Как тебе? Рад, что она цела. Вижу, помощник, ты держишь слово. Я тут поразмыслил, пока вы там бегали. Заправлять в Сенате слишком сложная работа. Мне не справиться одному. Так что мне будет нужен помощник, руководитель избирательного штаба. И ты идеально подходишь на эту должность. Вот тебе первое задание. Везде таскай за собой младшего.
и чтоб я больше не слышал, как он молится царю обезьян. Второе задание. Надо подумать. Второе задание ты получишь позже. О, кого я вижу? Мой новый ассистент! Мозг человека потрясающая штука. Если начать в нем ковыряться, можно добиться поразительных результатов. Вы знаком термин «условный рефлекс», да, помощник? Это когда условный стимул ведет к рефлексной реакции. В нашем случае это тренироваться, убивать. Небось, так голоден. Да. Ты знаешь, что уничтожить цивилизацию можно за 10 дней? Да. Лиши людей самого насущного, и они вернутся к своим первобытным инстинктам всего за 10 дней. Этого не понять, пока не испытаешь на себе. Я воевал в Ираке. Это было в 90-х. Десантные войска, смерть с небес, ура! Как-то мы попали в засаду. Мы с Миллером оказались отрезаны от основных сил. Еды нет. Связи нет. А до базы 200 километров на юг. Ну, мы и пошли. Но на третий день мы сбились с пути. На шестой кончилась вода. Знаешь, каково это, да? Тяжело глотать. На седьмой день у Миллера стали заплетаться ноги. Ты знаешь, что мозг начинает пожирать мышцы, чтобы выжить? Поэтому ты такой тощий. А на восьмой день появились волки. Я бросил взгляд на Миллера и понял, что нам крышка. И я смирился. Но в смирении была ясность. Я не просто смотрел на Миллера. Я увидел в нем возможность. Я не хотел этого делать. Но я был вынужден. Это было испытание. Видишь ли, жертва Миллера не просто спасла мне жизнь в пустыне. Она привела меня сюда. У слабых свой путь. Очень скоро ты это поймешь. Отлично. Проредимся надо. Круг! Охота! Жатва! Жертва! Хорошо.
жертвуй слабость. Рут, охота, жатва, жертвенность! Неплохо. Хорошо. Проснись! Проснись! Открывай глаза! Проснись! Эй! Ты уходишь вместе со мной. Ясно? И только нас увидели, да? Только ты. Только ты. Эй, а как же я? Как же я? Ты недостаточно силен. Тебе нужно выбираться отсюда, пока еще не поздно. Иди за мной. Он уже знает, что ты готов. Смотри. Видишь? Он все спланировал. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. И все, ты у него. Это твое второе я. Твоя жизнь. Он залезает тебе в голову. А ты не понимаешь. И вернуться нельзя, понимаешь? Вернуться уже нельзя. Идем. Тачка. Она где-то здесь. Нам нужна тачка. Почти пора. Я изучал маршрут. Другого шанса нет. Главное, нет. Их здесь нет. Ищите. Это приказ. Ищите повсюду. Пошли, пошли. Нет, нет, нет. Еще рано. Еще рано. О, черт. Черт. Нет! Нет! Прости! Помощь. Короче, ты знаешь, где нас найти. До встречи.